что, дружище, режим охотника на сквады активирован. Самое интересное, самое эпичное и динамичное для меня в Fortnite я буду реализовывать прямо на этом видео для тебя. Итак, рядом со мной упала группа из 4 человек. Не знаю, возможно, там кто-то еще, левый как бы, да, лишний, с кем они тоже будут воевать, но тем не менее. Давай посмотрим, что у нас из этого получится, черт побери. Мне доставляет удовольствие играть против сквадов в соло, потому что я считаю, что эти режимы самые интересные в принципе, как в PUBG, так и в Fortnite. Поэтому, надеюсь, дружище, тебе понравится, ты уже прожмякал свой огромный жирный лайк, а мы с тобой сделаем сегодня что-нибудь сочное. Давай смотреть. Что здесь происходить будет? Ага, замес пошел. Внедряемся в замес. Я же викинг, ёб твою мать. Почему бы и нет? Давай поможем им. Давай поможем им разобраться друг с другом. Кто тут? Первый пошел, хорошо. Давай, маленький. Что, не видишь откуда? Второй пошел. Минус два. Там еще один был? Че он там прыгал? Да-да-да-да-да. Тихо, спокойно. Спокойно, спокойно. Да, я заберу, спокойно. Давай, маленький. Ну-ка, как тебе взрывашечка? Нравится? Нравится, блядь. Еще хочешь? Я еще умею. Нравится? А еще хочешь? Нравится! Уу! Минус. Так, хорошо, радостный мой. Радостный мой, бля, как это весело, весело, весело. На газонокосилочку. Так, хорошо. Слушай, хорошее начало. Я люблю, когда такое начало. Это самое веселое. Задача у меня пробиться в топы. Это топ-1, 2 и 3 в соло против сквадов. Топы идут группы людей, мы идем с тобой в соло. Значит, там перестрелка, то есть, получается, здесь прыгнуло два сквада, да? Две группы по 4 человека, либо две группы по 3 человека, ну, то есть, сквады разные бывают. Мы вот иногда играем с ребятами втроем, да, например, а там, ну, то есть, не полным сквадом, поэтому составы бывают разные. Я не знаю, какие именно, но главное, что нам нужно побольше с тобой получить удовольствие. Так, значит, давай дособираем здесь. Я не вижу и не слышу больше других пиздюков на горизонте вообще. То есть, вот там вот пострелял пиздючонок, да, и все, в принципе, да, молодой тигриный лев на этом кончился. Это очень-очень странно. Давай попробуем его найти, значит, и получить с тобой удовольствие от того, что мы с тобой получим. Ну, точнее, от того, кого мы найдем. Вроде бы никого не видно. Вроде бы никого не видно, черт побери. Маленький, ну не прячься, но мне нужны фраги, я хочу как можно больше пофражить, мне нужны сквады, мне нужно удовольствие. Так. Если я его пропустил, напиши мне в комментариях обязательно, кого я пропускаю, потому что, ну, сам знаешь, внимание рассеивается, нужно смотреть, как бы, где пиздюки, чтобы было радостно. Ну, где-то в этой стороне кто-то воевал. Это очень странно. Никого не видно пока. Ладно, хорошо. Давай ресиков подфармим. Подфармим ресиков и посмотрим, что здесь. Ага. Воюет, блядь. Воюет в домике, отлично. Кто-то кого-то там подрывает, да, радостный? Чувак в одну каску заливает всех гранатами. В кого он там стреляет? Там кто-то прячется от него, что ли? Или он просто дом решил разрушить? Меня, наверное, байтит, сучонок. Давай, байтер вонючий! Я пришел, блядь! Уу! Все, нравится, блядь? Ты друзей здесь потерял? В лобби давайте, идите новую катку начинайте. Настоящего викинга встретили, блядь, в Fortnite. Вот это я понимаю, блядь. Это я... А удивлены? Удивлены? Все как бы в лобби радостный. Так, подожди, ну смотри. Он был eliminated не сразу, да, это был не импакт убийства как бы. Не моментальное. Значит, у него есть еще друзья живые. Не знаю, здесь они или нет. Вот в чем вопрос. Ладно, давай пробежимся дальше, просто по катке получим удовольствие. Значит, я обожаю этот режим, насколько ты знаешь, если ты следил за моим PlayerUnknown's Battlegrounds. И, в принципе, в Fortnite я уже его снимал, да, то ты, наверное, знаешь, что я любитель... Ну, я вообще такой одинокий лев, да, то есть в командная игра для меня... Нет, это прекрасно. Но я уже привык как-то, знаешь, действовать один, выбирать сам тактики, действовать именно так, как мне нужно. И, в принципе, это приводит меня к достижениям каким-то в играх. Так вот, соло против сквадов — это идеальный режим, если ты хочешь научиться тактическому
и грамотному реагированию на ситуации в игре. Поэтому всем рекомендую поиграть в соло против сквадов. Как это делается? Ты выбираешь режим отряд, если ты вдруг новичок в Fortnite и не знаешь, как это делается, как это работает, я просто тебе объясню. Ты выбираешь режим отряд, естественно, не заполняешь никакими пиздюками его, то есть там можно сделать без заполнения, чтобы тебе не давали каких-то левых друзей в твою команду. И, соответственно, идешь и пиздячишь всех. Конечно, может не получаться первые разы, но тем не менее грамотное тактическое мышление должно приводить тебя к каким-то результатам. После этого соло-режим кажется изи-говнецом. Понимаешь? Вот реально. Потому что, ну там, ну один человек, как бы, ну херня полная. А когда против сквадов поиграешь, ты понимаешь, насколько здесь можно просто грамотно мансить. Насколько здесь можно грамотно, ну я не знаю, получать удовольствие от этого. Я получаю безумное удовольствие именно от этого режима в Fortnite. И думаю, что именно в этом режиме я и буду прокачивать себе аккаунт. Прокачивать вот этого самого пиздюка, которого зовут Рагнарек, который на твоих экранах. Он уже у меня немножко прокачанный, как ты видишь, потому что у меня, что там, 26 уровень или что-то такое. Ну, в общем, небольшой, совсем чуть-чуть поиграл. Там, на самом деле, не так много, а опыт у меня идет достаточно быстро. При том, что я не играл в команде ни с кем особо, да. То есть, с друзьями мы немножко поиграли. Экспириенса особо так-то не это. То есть, нормально прокачивается, в принципе, боевой пропуск новый. То есть, для Рагнарека нужно, чтобы его вкачать полностью, да, это 500 тысяч поинтов. И там маска Шиморика как раз будет у него. Короче, это идеальный для меня скин. Мне он очень нравится. Вот. И, соответственно, надо бы его нам с тобой качнуть и получить от этого, от этой прокачки безумное удовольствие. Вот. Ладно, посмотрим, что у нас будет сейчас здесь на каточке. Напоминаю, что цель моя — это топы. 1, 2, 3. А топ-1 в соло против сквадов проблематично взять, да? Но взять можно. Как бы проблемы в этом быть не должно. Как бы ни с первого раза, ни со второго. Петушочек родной мой хороший. Так, ладно, блядь. Ты решил спрятаться от меня, блядь. Ну давай папочка тебе покажет, как нужно прятаться в этой игре, блядь. Он даже не знает, откуда в него стреляли, понимаешь? Потому что это юспа. Смотрим. Покажи головку. Спасибо, родной, блядь. Спасибо, ты настоящий тигр своего дела, блядь. Ты отправляешься в лобби быстрее, чем начинается катка. Это самые настоящие опытные львы. Так, хорошо. Стал что-то поигрывать в Fortnite вот именно в этом режиме, понимаешь? И думаю, что бы тебе не позаписывать его, потому что, ну, это реально прям кайф получаешь. Я не знаю, давно от игр кайф не получал именно... Ну, что-то я забыл совсем, что я люблю такой режим, и совсем забыл, что от него безумное удовольствие получаешь. Вот, и думаю, а что бы тебе не снимать? Тем более, если ты миллион своих тысяч лайков прожмешь, как бы, я, соответственно, продолжу его снимать. Выдавать тебе каточки интересные. Конечно, хочется топ-1 взять. Попробуем сегодня с тобой постараться что-нибудь сделать. Отыграю каточки 3-4, посмотрю, что из этого выйдет. И если из этого выйдет что-то путное, пока выходит, как ты видишь, да? А, значит, выложу на канал. Возможно, эта серия и не выйдет, если вдруг сейчас как-нибудь серия, вдруг меня резко уебут, оборвется и будет неинтересно, возможно, сделаю нарезку какую-нибудь. Но если ты это смотришь и в полной записи, значит, ты наслаждаешься полным опизделением, значит, ребят, от моего лица. Это очень радостно. Так, значит, хорошо. Здесь не лутано. Здесь пиздюков не было. То есть, в принципе, поляна чистая. Блин, присоску. Присоску можно было бы взять. Знаешь, присоска очень важное оружие в соло против сквадов, на самом деле. Потому что, ну, каким образом работает соло против сквадов? Ты роняешь одного пиздюка, ждешь, когда подбегут другие его спасать, потому что он начинает кричать и плакать, понимаешь? Он начинает... Меня уронили! Застройте меня, поднимите меня, пацаны! Пацаны бегут такие сразу. Да, Джонни, да, мы сейчас придем, Джонни! Мы поднимаем тебя уже, Джонни. Ты, главное, лежи, не двигайся. Да, застройте меня, да, спасибо. А тут три присоски прилетают, нахуй, и всем пацанам пизда. Понимаешь? Вот это радостно. Вот это радостно, вот это охуенно, понимаешь? Вот это нравится. Вот эта динамика, вот это вот головокружение, вот это... Муа! Сейчас. Давай-ка мы с тобой отсюда съебенимся. Посмотрим, что будет происходить дальше. Там, значит, целый сквад улетел на разломах. Да, если ты не следишь за Фортнайтом и не знаешь, что такое разломы. А разломы — это такие маленькие хуёвины, в которые ты прыгаешь. Они похожи на вместительную воронку. На вместительную воронку ты в нее погружаешься, и тебя выбрасывает в воздух. Вот. И как бы ты подпрыгиваешь, взлетаешь, летишь над всеми,
паришь в небесах, как говорится, и получаешь неимоверное, безумное, охеренное удовольствие от того, что ты делаешь. Вот так вот. И сейчас три пиздюка эти прыгнули вверх. Хорошо, хорошо идет игра, а? Мне прям нравится, мне прям нравится. Ресурсы фармить не буду, буду чисто работать по сквадам. Ну, то есть, если отработать один сквад, который уже более-менее залутался, у тебя ресурсов в этом режиме, кстати говоря, будет очень много. Поэтому не нужно тратить свое время на то, чтобы рубить дохуя, пытаться на застройках отыгрывать. Ты не должен убивать вот так вот в открытую, знаешь, от башни к башне. Он моя цель, смотри, моя жертва. Он один вроде бы, да, но, возможно, где-то рядом его друзья. То есть, делаем вот так вот. Осматриваемся. Есть ли где-то кто-то из его друзей? Так. Друзей не видно. Давай сделаем вот так вот и подождем. Прибежит ли к нему друг? Ведь он кричит: «Джонни! Джонни!» А вон и друг. Друг такой аккуратно подходит, смотри. На нахуй! Все. Это было дуо. И они закончили свою игру. Они отправились в лобби. То есть последний был eliminated моментально. Соответственно, друзей нет. Мы с тобой получаем лут, получаем ресурсы. Нам не нужно ничего фармить. Бля, вот бомжары. Они нормально по дереву, все хорошо. То есть не нужно ничего рубить, просто получаешь удовольствие. Это самое главное. Так. Давай посмотрим, кто там наверху. Там наверху пиздюки. Пиздюки получают удовольствие. Даем хэт. Блять! Мимо ушел патрон. Пуля, точнее. Прошу прощения. Смотрим. А, его уже принял другой охотник на сквады. Смотри-ка, я здесь не один. Есть еще один охотник. Господи. Коллега мой, что ли? Ты тоже охотник на сквады? Ну, блядь, придется тебя уебать. Так, давай попробуем. Давай попробуем грамотно выйти на... Ага. Его жмут. Ну, ничего. Я уже здесь маленький. Я спасу тебя. Иди в новую катку, это мои пиздюки. Хорошо, все идет по плану, все идет радостно. Он прихуел, видимо, да? Прихуел совсем. Маленький, хороший. Так, подожди секундочку, подожди секундочку. Вот эту древесинку сейчас нахуй вырубим. Похуй, если меня впалит. С кем он воевал? Давай посмотрим, что за сквад был, с кем он воевал. Ага, радостные, блядь. Притормозите, пожалуйста, молодые люди, я заберу хотя бы одного из вас. Вот так вот радостно, блядь. Давай, маленький, давай. Надо добить, добить. Неправильно застроили друга, дебилы, блядь. У-у-у! Теперь уходим отсюда. Все, мы забрали свой фраг. Эти четверо потеряли своего товарища прямо на глазах. Всем пизда. Понимаешь, я убил 9 человек, пока просто мимо пробегал. Я убил целые группы людей. Один. Они все плакают друг другу в скайпе сейчас и говорят: как так, нас убивает один пиздюк. Это, наверное, невероятное ощущение. У тебя такое было, скажи мне, в Fortnite, если ты играл? Чтобы всю вашу команду разбирал один человек. Так, значит, давай попробуем поменять позицию. Здесь главное играть тактически. То есть я грамотно сейчас сделал, что отошел. Опа, еще люди. Смотри, как можно терять друзей. От минус один, нахуй. Чё, блядь, не знаете откуда? Так, сейчас будем делать опасный мув. Давай попробуем их рожкануть. Рожкануть. Как-нибудь грамотно зайти. Попробуем повоевать. Добавим динамики. Так, хорошо. Блядь, попал. Хуёво. Надо уходить отсюда нахуй. Спокойно. Это не по плану, нахуй. Так нельзя делать. Спокойно. Это не по плану, блядь. Блядь, их трое. Минус один. Минус два. Третий сбоку зашел. Сука, радостно. Я еще хочу, слушай. Мне понравилось. Да, еще раз. Ну что, дружище. В этот раз я решил взять костюм настоящего викинга. С рогами. И с большим топором. Сегодня мы будем с тобой нарубать. Ладно, давай посмотрим. Давай определимся. Значит, мы прыгаем в пустыню. Давай осмотримся. Что здесь и как вообще происходит. Давай прыгаем, прыгнем в какое-нибудь, знаешь, удаленное местецо, в которое не прыгают сразу толпа сквадов, да, чтобы меня не разобрали очень быстро. Найдем с тобой ресурсы. Чё? Чё-то, блядь, стенка сбилась. Найдем... Бля, ничего нету. А найдем с тобой какие-нибудь ресурсы для того, чтобы мы могли с тобой проходить дальше и опиздюлять
ребят. Главное против сквадов в охоте на сквады залутаться вовремя. То есть залутаться первым, скажем так, да, и залутаться безопасно, потому что если ты будешь прыгать сразу в охапку людей, ну какая у тебя пройдет охота? Жертвы просто тебя начнут осаждать, скажем так, толпой, да, и в итоге расстреляют, потому что ганы будут у всех. Поэтому прыгать нужно в такие места, где есть лутецкий для тебя одного. Потому что я играю один, мне не нужно там много-много лута. Я один спрыгнул, один залутался, и теперь могу получать удовольствие. Правда, залутался я по-говеному. Давай посмотрим, что здесь будет происходить у нас. Давай посмотрим, что за приключение. Пробежим сейчас в соседний городишко и посмотрим, есть ли здесь пиздючата. Будет ли у нас радостно или не будет. Фух, весело это очень весело. Это мне очень нравится. Так. В городишечке сидите, да, говнари? Радостно получаете удовольствие. Хорошо, сейчас я вам покажу удовольствие, блядь. Так, давай чекнем городок. Дробь берем. Где они? Не вижу пока никого абсолютно. Пока пса... Прыгают, блядь, рядом, близко. Ага. Ух ты. Жорик, Борик, Лёлик. Чё? Чё случилось, пацаны? Чё? Чё, пацаны? Чё происходит? О, видишь меня, да? Ну ладно. Давай. Лёлик! Давай. Лёлик! Спокойно! Спокойно! Привет! Друзья, где ваши, блядь? Где друзья ваши? Где? Где? Нету, да? Минус два иди. Вообще, минус три там было, блядь. Где третий? Так, бежит за мной, чесит. Чё, где? Где, чё? Чё происходит, пацаны? Здравствуйте! Не могу! Блядь! Вот это хуёво! Это хуёво! Так! И минус сквад! Скажи мне, ты прочувствовал? Ты прочувствовал? Подожди. Подожди, здесь, ну, это надо отметить. Вот так. Чувствуешь? А? Миллион тысяч лайков. А, ты видел, да? Ты видел, как пацаны хедшоты получили? Блять, это было обидно, наверное. Ёб твою мать. Не знаю, братишки и сестренки, но мне бы было дико обидно. Ладно, давай смотреть, что будет дальше. А вот это я понимаю, каточки у нас, а? Ты чувствуешь, да? Ты чувствуешь напряжение и радость одновременно, когда охуенно очень нравится. Ладно, давай смотреть, что здесь будет происходить дальше. Ух ты. Неплохой подгончик. Все, больше у вас ничего не было? Ну, какие-то бомжи еще даже не залутались, это очень странно. Ладно, ищем кого-нибудь еще. Надо немножечко хотя бы, я не знаю, ну хоть что-нибудь ресурсиков подбить. И можно идти дальше, сундуки здесь где-то. Знаешь, задача, по идее, сейчас подлутаться получше, да, немножечко. Ну, хоть... Че? Че, блядь? Машина! Машина, ты чё там долбишься, блядь, мою стенку? Что это за нахуй? Ебать. Что происходит? Первый раз такое вижу. Чё за нахуй? А, подожди. Магия. Я оживил автомобиль. Мой автомобиль, остановись! Автомобиль, блядь! Сработало? Ладно. Нихуя себе. Но брать мы его не будем, как бы. Автомобиль успокоился. Представляешь, магия работает в Фортнайте. Видел когда-нибудь такое? Охуеть. Слушай, у меня на самом деле этот викинг получается маг и волшебник. 4 хедшота. Понимаешь? 4 хедшота, он маг и волшебник настоящий. Тигриный лев просто. Ладно. Ладно, хорошо, давай сфокусируемся. Мне нужно топовое место. Иначе я не успокоюсь, понимаешь? Мне придется долго-долго-долго-долго снимать какие-нибудь такие серии против сквадов. Мне нужно топовое место, понимаешь? Как это сделать, непонятно. Надо повычислять еще каких-нибудь таких вот долбончиков, которые непонятно что делают. Было бы радостно, конечно.
Так, хорошо, давай посмотрим. Вообще, эту локацию очень плохо знаю, потому что в пустыне играл не так много. Вот, грубо говоря, после того, как я снял тот самый обзорчик на обновление, я особо-то так, ну, позаходил, просто чуть-чуть поиграл, пытался что-то интересное придумать там. Вот, не знаю пока, что придумать по челленджам каким-нибудь. Вот. Чего, блядь? Где скала? Кто спиздил скалу? Ладно, не обращай внимания. Не обращай внимания, багов в Fortnite нет. Что-то реально магический какой-то викинг, блядь. В этой серии. Хедшоты пацанам. Автомобиль-долбончик. И спиздили скалу. Невероятно просто. Только на канале Шимора Шоу. Просто полный пиздец, ты понимаешь? Вот это да, вот это да, вот это идет. Вот это... Ой, это что такое, блядь. Ну-ка, примерить. Эти? Как? Нормально? Нормально, тебе нравится? По-моему, идет. Ладно. Нормально такой кактус тоже посадили здесь. Красивый. Хороший, проработанный. Сейчас немножечко подфармим, чтобы, если что, ну, повоевать как бы. По сути, как я и говорю, ресурсы ты со складов снимаешь, но что-то мне не хочется сейчас прям нестись на рожон среди пустынных камней, знаешь, и искать кого-то. Здесь я очень виден. Кстати, вот минус пустыни в том, то, что любой персонаж, особенно персонаж с яркими скинами, да, который, ну, одет вычурно, да, довольно. Викинг еще нормально, как бы, сливается с окружением. А есть же всякие красные, белые, сиреневые и так далее. Вот черные. Их особенно хорошо видно в пустыне. Поэтому, если ты играешь в соло против сквадов, да, если ты настоящий охотник за головами, монстр и убийца, как отец Шиморо, то, соответственно, тебе нужна крайняя маскировка. Викинг подходит под это дело очень хорошо, потому что персонаж коричневый, никаких ярко выраженных у него, соответственно, вещей нет на нем, и как бы нужно получать от этого удовольствие. То есть, если ты имеешь такого персонажа, то можешь спокойненько сливаться с окружением. Это тоже можно использовать в своих, как говорится, крайних, кардинальных, охуенных, радостных, красивых целях, которые ты себе поставил. Мои цели сейчас — это добить броню. Потому что без брони я не смогу схлестываться с ребятами. Если как бы... О! Спасибо большое. Спасибо большое, игра. Игра, ты меня чувствуешь прям, да? Ты прям меня чувствуешь. Давай вот здесь вот спрячь меня. Ну, это я не прячусь, естественно, ни от кого. Это тактический выбор позиции называется, как бы. Прячутся всякие разные ребята, которые боятся. Я ничего не боюсь, ты же знаешь, блядь. Как бы я просто тактически выбрал себе выгодную позицию для того, чтобы восполнить недостаток брони. Я называю это именно так. Вот. Я не прячусь, как бы. Так. Ай, блядь! Извините. Извините, это был тоже неожиданный момент. Так тоже делать нельзя. Ты сверху, значит, ждешь меня. Сундук жду наверху, блядь. Давай его тоже заберем с собой. Заберем с собой. Ладно, давай присасывать будем. Присоски нужны? Нужны. Где-то здесь молодые тигрины наблюдают за мной. Так, вот это тоже заберем. По ресикам, в принципе, в порядке. Тем более, что я не собираюсь застройку на застройку воевать. Чисто так, на отходы, на прикрытие, стрельбы и так далее. Мне больше для этого нужны ресурсы. Тут главное точный выстрел, понимаешь? В имблет парочки человеком, и они начинают теряться. Они начинают думать о друзьях. Так, вот так вот. Бассейн прохладный. В пустыне. Что же еще нужно? Бар. Идеальные места для отдыха здесь. Но не для нас, потому что нам нужно охотиться на остальные сквады, черт побери. Ох, как бы грамотно постелся бы, а? Как бы так вот радостно бы, чтобы хорошо. Давай вот здесь вот заберем, смотри-ка. Шумит, блядь, и не стыдно ему то, что он сидит, шумит, блядь, здесь. В домике. Так, кустик-хуюстик. Давай пробежимся еще глубже и ощутим всю прелесть ситуации. Если мы ее, конечно, ощутим. Пока никого не чувствую, да? О, у меня пару зрителей. Смотри-ка, у меня несколько зрителей. А что они на меня смотрят? Репорт, наверное, кинули. Написали: господа из Epic Games, господа из Epic Games, нас убил один человек.
Он читер, он поставил нам все муганжоны. Еще и потанцевал после этого манерчик. Чайный пакетик не делал, но все же, блядь. Не, ну, есть такие ребята, понимаешь. Один зритель остался. Видимо, ему интересно, что этот викинг, убивший четверых, делает в соло. Мне бы тоже было интересно, кстати говоря. Потому что по факту соло-плеер и против сквадов это крайне тяжело. Давай сделаем вот так вот нахуй. Я покажу ему геймплей в стиле викинг-ниндзя. Понимаешь? Как и японские настоящие ниндзя, которые действовали скрытно. Да, попробуем посмотреть, что из этого выйдет, блядь. Так. Вижу цели. Север. Я полностью настоящий и закамуфлированный. Так, значит. Смотрим сразу. В окружении есть кто или нет? Вроде бы никого. Нужно двигаться к целям. Цели вне зоны. О, покушать можно. Охуенно. Смотри-ка, вкусные деревья. Заебись, хп по полной. Все, теперь радостно. Теперь нужно реализовывать куст. Многие ребята, кстати, меня просили достаточно давно. Шумору, типа, сними, пожалуйста, нам, блядь, как в кусте играть, нахуй. Я говорю, блядь, ну, ребята, ну, в кусте неудобно, ну, это же говно полное. Против сквадов, ребята, для охотника за сквадами. Это верный помощник. Сейчас покажу, как реализовывать, блядь. Так, вокруг меня вроде бы никого. Передвигаемся мелкими шажочками. Как настоящий спецкуст. Я выращен не просто так, меня обучали. Иду на нюх. Вижу цели. Множественные. Северо-запад. Запад. Три цели, минимум. Осматриваемся. Куст не замечен. Нет. Нужно сдерживать себя в таких ситуациях. Так. Никого вокруг. Сокращаем дистанцию до целей. Цели по кому-то стреляют. Так. Цели нашли себе цели. Так, хорошо. Пошла застройка. По целям работают. Отлично. Мы сейчас будем делать им бутерброд. Мы будем делать им бутер. Но для начала мы поможем. Эй, чё, я перекинул, блядь? Чё, дурачки, что ли? Ну, взрывайтесь, блядь. Перекинул. Промах. Промах. Не палимся. Не палимся, сдерживаем. Аккуратно продолжаем ждать. Что же будет, блядь? На них нападают. Да, вижу. Хорошо, хорошо, хорошо. Меняем позицию, меня не видно. Я куст, я просто куст. Я просто куст. Пока спокойно, я просто куст. Я просто куст, я здесь расту. Я кустик, я травка. Я просто здесь расту. Хорошо. Продолжаем реализацию куста. Так. Пацаны работают друг с другом. Друга потеряли, они пытаются сейчас среснуть друга, да? Нужно отработать остальных. Так, хорошо. Выбираем цели точно. Нам нужны точные выстрелы. Идет раш. Идет раш. Хорошо, там чувак упал. Спрыгнул. Не знаю, хп помял себе или нет. Война продолжается. Крайняя застройка, никто за мной не наблюдает. Ждем, смотрим. Ох ты ж, нифига себе, события разворачиваются невероятно дико. Застройка на застройку. Что же будет дальше? Помогаем им. Помогаем. Помогаем им, блядь. Хорошо. Немножечко так прокоцываем по чуть-чуть, потихой. Я за всем наблюдаю, ребята, вы воюете. Вы воюете, не отвлекайтесь, главное. Немножко сближаемся, немножко сближаемся. Блять! Все мимо. Говно. Я говно, а не куст.
Видит меня? Видит меня! Ты рушня! Хорошо? Хорошо? Теперь уходим. И все, я не куст. Все. Хорошо. 5 фрагов уже есть. 6-й пошел! Того все-таки не лекнули, которого я вырубил. 6 фрагов у меня уже. Ну давайте, блядь. Давайте. Давайте. Ты или я, говно вонючее, блядь. Давай! Видимо, никто из нас. Но мы с тобой заняли 3-ю позицию. И это было охуенно. Пока, братишка.